Во-первых, по команде центральной защиты Гомеля. Бывает по защитнике. Нет, не было. Навешивает. Никого не оказалось. Борется. Шевченко. Да. Под это не стоит. Разбел. Удар. Забивает. И хорошо поставил Сосгурский. И открыл счет в этой встрече. Поздравляем футбольный клуб Гомель. Выходят они вперед. Неплохая атака в целом. Как она развивалась. Хорошо взаимодействовали между собой. Игроки. Навес. Хорошо выполняет центральная защита Немана. Право, дальняя. Ехо. Разгоняет атаку Немана. Дальняя. Да. Да. До этого матча. Удар. 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 Момент. Для разбора. Гомель, да. Пока водопой у команд. И у нас тоже есть время. Акса, удар. Даже один удар был навес. Атака. По левому фангу. Удар. Успешно вперед. Успел партнер по команде Афанасьев. Передача на противоположный фланг. Хорошо. Пока в этот момент идет атака Гомеля. Шевченко по правому флангу. Никто ему, к сожалению, не помогает. Придется Кириллу делать что-то самому. Удар. Оказывается, даже показывает, что он угловой. Показывает, что будет навес. Так, у меня и получилось. Навес. Удар. Крос, да. Бонда снова Шевченко. Есть возможность поставить мяч. Ну и входит Кирилл. Афанасьев. Удар. Хороший сейв исполнения вратаря Гродненского Немана. Передача вперед. На Шевченко. Микович, удар, рикошет. Удар. И того же. Быстрее! Это Бандевича. И снова Новович. Удар. Борис пойдет сейчас получился. Навес. Удар. Забывает Гродненский Неман и сравнивает счет в этой встрече. Загорался игрок, прыгнул и забил. Да, Игорь Пархоменко это был. Центральный защитник. Мьянова. Фанасьев. Удар. Это начало! Дальнейшее отправление. Быстро! Я когда лево будет. Фанасьев. Шевченко хорошо обыгрывает игрока Немана. Отдает вперед на трапезу. Если на трапезу самому ударить или... Фанасьев удар, хорошо играет Дмитрий. По-моему, Кирилл Шевченко. Довольно-таки, чтобы навешивать. Хорошо бил Пружилин. Можно, когда они сравняли счет, поменяют мяч. Фанасьев удар. Бородать точнее. Будет. Навес. Удар снова. И на полиции. Наносит удары. Я думаю, что за счет. Снова навес. Ивановский выбивает. Славинский. Так. Над воротами. Сотников хорошо дает на Софеля. Входит в штрафную Василий.
Навес и первый начал. Не могу. Навеса. Навес. И начало. Опасный матч. Может, туда можно? Удар! Никакого сейф сейчас делает Денис Мискевич. Это такой-то. Ваш любимый комментатор такой-то.